Брон из Эзери Флик Про. Добро пожаловать на мой канал. Данный видеоролик будет посвящен переводу умений у хантеров. Значит, мы начнем с правой ветки. Так как мы в прошлом ролике начинали с правой ветки, мы сейчас тоже начнем с правой ветки. Значит, первая способность — это сова. Уменьшает радиус зоны успешной калибровки выживших на 30% в зоне страха при починке, лечении и разрушении чего-либо. Следующая способность называется «Отчаянный бой». При новом оглушении через 15 секунд скорость восстановления от оглушения будет быстрее на 20%, максимально может быть 60%. Следующая способность называется «Уведомление». Выживший подсвечивается на 5 секунд, когда ворота активированы. Следующая способность называется «Ордер на розыск». Когда выживший посажен на ракетный стол, а три оставшиеся здоровые или раненые, случайно выжившие из них будет подсвечен, и скорость передвижения снижена 4, 2 или 0%. Дебаф исчезнет, когда выживший будет спасен, но подсветка выжившего останется еще на 20 секунд. Следующая способность называется «Импакт», то есть «Влияние». Время, необходимое для лечения раненых выживших, увеличено на 15, 20 или 25%. Следующая способность называется «Инстинкт охотника». Каждый раненый выживший будет увеличивать скорость передвижения охотника на 0,5%, 1% и 1,5%. Однако, если навык первого уровня уже был разблокирован, то больше он уже не увеличит скорость. Следующая способность называется «Гостеприимный». Скорость передвижения охотника выше на 4, 6, 8%, когда он несет выжившего на воздушных шариках. Ну и последняя способность данной ветки называется «Козырь». Один раз за игру через 120 секунд после начала матча охотник может поменять одно умение. Умение имеется в виду такое, как, допустим, телепорт, пипер, блинк, ломание машинки, слух, ну вот это, короче, на другое. Откат умения соразмерен обыкновенному откату этого умения. Значит, переходим к следующей ветке. Данная ветка — это нижняя ветка, это самая важная ветка, которую нужно прокачивать. То, что тут есть decision, это очень важно, которая должна быть опять-таки у всех просто. Это как с Адриком, абсолютно у всех должна быть в контре. Вот. Первая способность называется «Инерция». Увеличивает скорость восстановления атаки на 10%. Следующая способность называется «Нет выживших». В радиусе 10 метров от нокаутированного выжившего каждый свободно передвигающийся выживший добавляет к скорости атаки охотника 10%. Максимально стакается 3 раза. Следующая способность называется «Эффект гашения». В течение 50 секунд после начала матча, если охотник сделал хит по какому-либо сурву, то он видит через стены очертания выживших в течение 5 секунд. Следующая способность называется «Контроль чудака». Скорость срабатывания ракетного стола увеличена на 3, 6 и 9%. Следующая способность называется «Гигантский коготь». Эффект от борьбы выжившего на воздушных шариках снижен на 25, 50 и 75%. Скорость освобождения выжившего шарика снижена на 5, 10 и 15%. Следующая способность называется «Дворник». Подсвечивает выживших, которые лечат или лечатся в радиусе 20, 26, 32 метров от вас. Следующая способность называется «Властный». Уменьшает скорость починки, лечения и ломания чего-либо в радиусе страха у выживших на 3, 5 или 7%. И последняя способность на данной ветке называется «Detection», то есть «Наед». Умение автоматически включает, когда активированы ворота. Охотник нокаутирует выжившего с одного удара, действует в течение 120 секунд. Дальше мы переходим на левую ветку, и первая способность левой ветки называется «Охотник на оленей». Подсвечивает нокаутированных выживших в радиусе 18 метров. Следующая способность называется «Клаустрофобия».
течение 20 секунд ворота открываются медленнее на 70%, если на карте осталось 4 выживших. Следующая способность называется «Взвон ушах». Объясняю, как вообще это работает. То есть, когда вы находитесь в 36 метров от выжившего, у вас будет такое ухо, символ уха в левом верхнем углу показан. То есть, это значит, что он в 36 метров от вас. Следующая способность называется «Охота». При непрерывном преследовании выжившего в течение 12-10-8 секунд скорость увеличивается на 10%. Монстр исчезает при прекращении преследования, препятствий для прыжка, атаки или оглушения. Следующая способность называется «Ярость». Охотник быстрее на 10-15-20% восстанавливается после оглушения или после успешного освобождения выжившего с воздушного шарика. Следующая способность называется «Берсерк». Скорость восстановления атаки увеличена на 15-20-25%, когда выживший сидит на ракетном стуле. Следующая способность называется «Визор». Когда выживший сидит на ракетном стуле и охотник дальше 18 метров, обычно атака охотника уменьшает эффект ускорения выжившего на 10-20-30%. Следующая способность, я думаю, самая полезная. Называется «Разрушительная сила». Скорость разрушения палета увеличена на 20-30-40%. Ну и последняя способность на данный видеоролик называется «Замкнутое пространство». Запрыгнув в окно, охотник заблокирует его на 20 секунд для выживших и для себя. Ну вот и закончился данный видеоролик. Я перевел абсолютно все способности за «Хантера». Прошлый видос, там, где я переводил способности за выживших, есть у меня на канале. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а с вами был я, Рефлект Про. Всем спасибо, всем пока.